10 казахстанских компаний по пошиву одежды исключили из реестра отечественных производителей из-за несвоевременного выполнения государственных заказов. Как заявляют руководители предприятий, причиной стал карантин. Однако госорганы отказываются признавать его форс-мажором. По неофициальным данным, в реестре находятся 42 компании. Общий бюджет гособоронзаказа равен 16 миллиардам тенге. Однако швейные предприятия не смогли освоить деньги. С конца марта из-за введенных ограничений они просто не работали. Министерство индустрии не просто не признает форс-мажорными эти обстоятельства. Оно на сегодняшний день решением комиссии Комитета государственного оборонного заказа исключило 10 предприятий уже на сегодняшний день из реестра исполнителей государственного оборонного заказа. Каковы последствия для конкретного предприятия? Первое. Это предприятие будет подвергнуто штрафам и пени вследствие допущенных нарушений. И второе. Вследствие исключения из реестра оно не сможет быть допущено конкурсным процедурам по исполнению государственного оборонного заказа в 2021 году. Атамекен Бизнес отправил запрос в Министерство индустрии и инфраструктурного развития по поводу сложившейся ситуации. В пресс-службе ведомства нам сообщили, что официальный комментарий будет предоставлен позже.